конкурс «Дети читают стихи». Ревина Юлия, 17 лет. Сергей Александрович Есенин, «Черный человек». Друг мой, я очень и очень болен. Сам не знаю, откуда взялась эта боль. То ли ветер свистит над пустым и безлюдным полем. Только кручу в сентябрь осыпает мозги алкоголь. Голова моя машет ушами, как крыльями птица. Ей на шее ноги маячит больше не в ночь. Черный человек, черный, черный, черный человек на кровать ко мне садится. Черный человек спать не дает мне всю ночь. Черный человек водит пальцем по мерзкой книге и гнусавя надо мной, как над усопшим монах, читает мне жизнь какого-то прохвоста из-за булдыги, нагоняя на душу тоску и страх. Черный человек, черный, черный, слушай, слушай, бормочет он мне, в книге много прекраснейших мыслей и планов. Этот человек проживал в стране самых отвратительных громил и шарлатанов. В декабре в той стране снег до дьявола чист, и метели заводят веселые прялки. Был человек тот авантюрист, но самой высокой и лучшей марки был он изящен. К тому ж поэт, хоть с небольшой, но ухватистой силой, и какую-то женщину 40 с лишним лет называл скверной девочкой и своей милой. Счастье, говорил он, есть ловкость ума и рук. Все неловкие души за несчастных всегда известны. И это ничего, что много мук приносят изломанные и лживые жесты.